Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня мы вяжем вот такую вот шапочку, девчонки. Она, ее можно носить двумя способами, как луковку, как тыковку, нет, и как лопату. Вот, значит, я вам покажу, как она выглядит. У меня сам мастер-класс снят на другой шапке, и немного она по-другому выглядит. Я сейчас одену ее вам и ту. Так, вот, это у меня чуть больше, и получается, что здесь отворот вот такой вот двойной. Вот, и по-другому, другая пряжа, и по-другому она выглядит. А это у меня из пуха норки в два сложения. И выглядит вот, вы видели, каким образом на манекене. Сейчас я эту одену. Это такая, это кто как любит, у кого какие предпочтения. Кто попышнее, кто в облипочку, какую пряжу. Ну вот, вот она. Это мастер-класс снят вот этой вот пряжей. Попетельные, девчонки, вот такая вот симпатичная макушечка из двух видов пряжи. Пух норки, два мотка в два сложения и с нитью дополнительной, вот эта пряжа. А вот это Lana Gold 800, по-моему. Ну, там все я говорю в мастер-классе. Вот. Вот такой вот мастер-класс у нас сегодня. Такая интересная шапуля, оригинальная. Ну, в принципе, я все сказала, девчонки. Вот такая у нас шапочка сегодня. Достаточно симпатичная, необычная. Можно, кстати, вот это носить. И вот так вот. Вот. Все. Вот такая красота. Обязательно, как ни странно, я буду, смотрите, носочными спицами. Потому что шапка у нас распределена на 4 раппорта. Мне просто, я что-то решила, что вам так будет понятнее. Вы мне потом напишите, пожалуйста, в комментариях, понятно ли вам было. Вот. Я именно в целях понимания, как бы вот объяснения вот этого раппорта, этих кос. Значит, спицы у меня 4 миллиметра. Вы, понятное дело, вам это не обязательно. Я сама не люблю эти спицы, но почему-то здесь мне хочется связать именно эту шапку этими спицами. Вы можете вязать в круговую и раппорты разделить маркерами. Вот. Я буду спицами вот этими вот. Пряжа у меня Alize Lana Gold. Alize Lana Gold 800. Вот в 4 сложения. Alize Lana Gold 800. Это 800 метров в 100 граммах. То есть, если в 4 сложения, если чем-то заменять, то это 200 метров в 100 граммах. Итак, набирать я буду петли качелями. То есть, сначала мы начинаем резинкой 1 на 1. И набор петель для резинки 1 на 1, чтобы было у нас все красиво. Значит, всего набираем 112 петель. Так, а набирать петли я буду на тонкую спицу 3 миллиметра, чтобы край был аккуратнее. Я сейчас просто на эту спицу набираю петли способом качели. Кто об этом способе не знает, переходим по ссылочке под видео и разбираемся подробнее. Это фабричный край для резинки 1 на 1. Очень простой. Я набираю 112 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15. Итак, я набрала 112 петель. Теперь в конце. В конце нам нужно обязательно сделать узел. Потому что здесь петли распускаются. Так, и теперь мы переходим на основные спицы. Значит,
На каждой спице у нас будет по 28 петель. Так, первая петля лицевая, изнан 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Так, это первая спица. Вторая. Итак, на каждую спицу по 28 петель. Ну, как обычно, если вы вяжете в круговую, вяжете просто, замыкаете в кольцо и вяжете в круговую. Это мой бзик из-за того, что вот этот вот узор. Хотела еще сказать, пряжа вот эта безумно мне нравится, это Lana Gold 800, когда она в несколько сложений. Она так хорошо, потом увидите, в вязке очень хорошо смотрится. Обычно наш человек, когда вяжет, оно поначалу все крученое такое, непонятное, кривое, косое кривое. Ну, а вот эта пряжа, на удивление, она ровненькая в вязании, даже еще без ВТО, без никаких обработок. То есть изначально она уже красивая. Вторая спица. Так, 28, третья спица. У вас же это у меня спицы. Если вы будете вязать на круговых спицах, то у вас здесь пусть расположится маркер. Пусть не сейчас, пусть после резинки. Сейчас не обязательно. Но вот после резинки вы вот так вот разделите все вязание по 28 петель. И последняя спица. Последняя 28 петель. Знаете, насколько я не люблю носки на 5 спицах, но тут мне почему-то мне захотелось так. Ну, это я же говорю, это потому что мне показалось, что так вам будет понятнее вот эти секторы на шапке. Так. 28. И теперь все, теперь я замыкаю это все дело в кольцо. Классический носок, смотрим, чтобы все у нас было ровненько, не перекручено. Здесь эту нить я пока оставляю, потом я ее иголочкой красиво равномерно продену. Вот. Ну да, зафиксирую. И теперь я вяжу по кругу резинкой 1 на 1. Если вяжете в круговую, вяжете в круговую. Ну, то есть, сказала одно и то же двумя разными словами. В общем, если вяжете на круговых спицах, то на круговых спицах. А мне, кстати, вот видите, сейчас я, наверное, и перейду на круговые, потому что неудобно вот так вот снимать. Мне мешают эти спицы. В общем, я вяжу... Пока вяжу резинку вот, по кругу.
Так, еще хочу обратить ваше внимание на провязывание лицевых изнаночных петель по кругу, чтобы была вот такая вот красивая, прям очень красивая резиночка, девчонки. Лицевую за верхнюю стеночку, вернее за переднюю, если правильно сказать, а изнаночную, вот не за вот эту вот, а за заднюю, сзади поднимаем петельку, вот лицевая, вот так вот, вот за вот эту вот. Тогда у вас получится развернутая, красивая. Смотрите, вот эта пряжа вообще, как по мне, идеально для резинки 1 на 1 для шапки. Если вы просто любите шапку резинкой 1 на 1, вот эту Lana Gold 800 вообще не прогадаете. Вот правда, вы сами видите, никакой обработки, ничего, и какая шикарная резинка получается. Самая лучшая, на мой взгляд, пока ни из какой другой пряжи, вот резинка 1 на 1 у меня не получалась настолько красивая, как вот именно из этой. Итак, у меня провязано, девчонки, 36 рядов. Так, 36 рядов в сантиметрах, это у меня 13 сантиметров. Ой, какое число прекрасное. В ширину у меня 22 сантиметра. Это я меряю ориентировочно для перепроверки. Ну, хотя резинка 1 на 1, она тянется прекрасно. Значит, что у нас на данном этапе у нас получается? Сейчас у меня разделено спицами. Вы же можете разделить маркерами. По 28 петель, это мы знаем уже, я об этом говорила. И здесь мы начинаем вывязывать основной узор, который основан на вот эти вот 28 петель. Раппорт состоит из 28 петель, как я и говорила, еще раз, 45 раз повторила. Значит, первым делом мы вяжем жгут, 3 петли и 3 петли, меняем местами. Я это меняю таким вот образом. 4, 5, 6 поверх 1, 2, 3. Вы можете снять первые 3 на вспомогательную спицу и оставить за работой. Я же делаю вот таким вот образом. Эти возвращаю. И провязываю 6 петель. То есть я делаю косу из 6 петель с уклоном вправо. Тут вот нужно осторожно, потому что пряжа у нас 4 сложения. Так, далее я вяжу центральные 16 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 14, 15, 16 лицевых. И далее у меня осталось тоже 6 петель, которые я делаю скрещение справа налево. Теперь я вот эти вот 3, 4, ой, 4, 5, 6 у меня идут за работой, а 1, 2, 3 перед работой. То же самое можно повторить со вспомогательной спицы. Три, раз, два, три. То есть посредине у меня 16 лицевых петель и по 2 косы справа и слева. То же самое я делаю со всеми тремя, с оставшимися тремя спицами.
Итак, я буду писать, девчонки. Значит, 36 рядов резинка. 37 ряд коса и все лицевые петли. Я вот так вот буду писать. 37, 38, 39 и 40 ряд лицевые петли. Лицевые петли. Все лицевые петли. То есть сейчас я вяжу 3 ряда просто без изменений лицевыми петлями. Все. Вот эту косичку я провязываю. Вот эту косичку я провязываю. И так по кругу 3 ряда. Все лицевыми. Так, вот так вот это выглядит, девчонки, основа, видите, чулочная гладь. Так, далее, девчонки, 41 ряд, 41 ряд у нас идет так, как 37 коса и лицевые петли. Коса, 6 петель, 16 лицевых, коса. 6 петель. То есть я сейчас вяжу 16 ряд точно так же, как, ой, 41 ряд тоже точно так же, как 37. Таким образом, оставшиеся 3 спицы, оставшиеся 3 раппорта. Далее, 42, 43 и 44 ряд, 1 изнаночная, 26 лицевых и 1 изнаночная. Это так мы вяжем 3 ряда, показываю. Изнаночная в начале и в конце, по одной изнаночной раппорта, в начале и в конце раппорта, 26 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 и последняя и изнаночная. И таким образом мы вяжем 4 раппорта и 4, ой, 3 ряда всего. Итак, далее 45 ряд у нас 1 изнаночная, 6 петель косы, 14 лицевых, 6 петель косы, 1 изнаночная.
Итак, 45 ряд у нас 1 изнаночная, 6 петель косы, 14 лицевых, 6 петель косы, 1 изнаночная. 1 изнаночная. девчонки, лучше со вспомогательной спицей. Не очень удобно, потому что 4 ниточки. Я имею в виду, косу делать со вспомогательной спицей. Вот видите, я уже потеряла. Так, 14 лицевых. 6 петель косы справа нальем теперь. И 1 изнаночная. Таким образом я вяжу еще 3 раппорта. Итак, далее 46, 47 и 48 ряд, 2 изнаночные, 24 лицевых, 2 изнаночные. Показываем. Так, 2 изнаночные. Раз. 24 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 3, 24, 2 изнаночных и так далее. 3 ряда таким вот образом. Так. Итак, 49 ряд у нас идет 2 изнаночные, 6 петель косы, 12 лицевых, 6 петель косы и 2 изнаночные. Показываю. Чем дальше, девчонки, тем больше влюбляюсь я в эту пряжу. Действительно, очень-очень классная. И при том, это из серии Lana Gold. Вот. И все остальные, как бы, мне не так нравятся. Ну, под категорией, вот, которая толще, ну, из этой серии. А вот именно вот эта тоненькая, которую нужно в несколько сложений вязать. Вот как же мне нравится, как она ложится. Мягкое, ровное полотно. И петли ровные. Вообще не знаю. Ой. Не посчитала. 12 лицевых. Болтаюсь с вами. Так, давайте пересчитаем. Раз, два, четыре, пять, шесть. 12 лицевых. Все правильно. 6 петель косы. В эйфории нахожусь от пряжи. И забыла считать петли. Так. Коса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, две изнаночные.
Далее вяжу на трех оставшихся рапортах то же самое. Так, следующий этап 50 51 52 ряды, 3 изнаночные, 22 лицевые, 3 изнаночные. Вяжем 1 2 3, 22 лицевые, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 3 изнаночные, и так целых 3 ряда. Так, 53 ряд, 3 изнаночные, 58 ряд, 3 изнаночные, 6 петель косы, 10 лицевых, 6 петель косы и 3 изнаночные. Вяжем. Три изнаночные. Таким образом, еще 3 рапорта я вяжу. Итак, 54, 55, 56 ряд, 4 изнаночные, 20 лицевых, 4 изнаночные. Вяжем. Раз, два, три, 4, 20 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 4 изнаночных. Раз, два, три, 4. Таким образом вяжем 3 ряда. Итак, 57 ряд, 4 изнаночные, 6 петель косы, 8 лицевых, 6 петель косы и 4 изнаночные. Вяжем. Раз, два, три, четыре.
4, 5, 6, 10 лицевых, 10, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 петель косы. Четыре изнаночные. Так, следующие три раппорта еще раз. Еще три раза. Итак, 58, 59, 60 ряд. 5 изнаночных петель и 18 лицевых. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 18 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот он раппорт. Таким образом, три ряда. Так, 61 ряд. 5 изнаночных, 6 петель косы, 6 лицевых, 6 петель косы и 5 изнаночных. И 5 изнаночных. Так, и еще 3 раппорта. Так, и 62, 63, 64 ряды. 3 ряда, 6 изнаночных, 16 лицевых, 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре. 5, 6, лицевые, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 изнаночных, 1, 2, 4, 5, 6. Ну, вяжем 3 ряда. Итак, 65 ряд. 6 изнаночных, 6 петель косы, 4 лицевые, 6 петель косы, 6 изнаночных. Вяжем. Смотрите, как уже все у нас вырисовывается красиво. Так, раз. 4, 5, 6,
6, 4 лицевые, 1, 2, 4, 6 петель косы. И 6 изнаночных. Далее 66, 67, 68 ряды, 7 изнаночных, 14 лицевых, 7 изнаночных. Лицевых, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 7 изнаночных. 1, 2, 3. Изнаночных. Итак, 3 ряда. Итак, едем дальше. 69 ряд. 7 изнаночных, 6 петель узора косы. Не так начала писать. Коса. 2 петли лицевые, 2 лицевые, 6 петель коса. 7 изнаночных. То есть изнаночные у нас по сути через каждые 3 ряда добавляются. Так, значит, что у нас 7 изнаночных. Здесь неудобно, нужно следить за нитями. 6 петель косы. 2 лицевые. 6 петель косы. 7 изнаночных. Так, далее еще 3 спицы таким образом. Итак, 70, 71, 72 ряд, 8 изнаночных, 12 лицевых, 8 изнаночных. Я как учитель с указкой. Так, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь у нас, видите, было 2 последние лицевые, теперь их аннулируем, как бы последние мы уводим в бок в изнаночные, в изнаночные петли, и у нас по центру остается только коса. Вот так, 12 и 8 изнаночные. Итак, 3 ряда я вяжу. Семьдесят третий ряд, 8 изнаночных, 6 коса, плюс 6 коса,
То есть теперь у нас коса из 12 петель в стороны расходится. Сейчас мы ее провяжем. И 8 изнаночных. Далее мы будем повторять вот эти вот 4 ряда. Уже у нас коса встретилась. Вот смотрите. Видите, сейчас мы провяжем. Восемь изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шесть петель косы слева направо поворот. Раз, два. 4, 5, 6. И 6 петель косы справа налево. Изнаночных. То есть вот она наша коса, она встретилась, и она дальше идет как, ой, вот она наша коса, она встретилась, дальше идет как полноценная коса. Так, 8 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, и теперь мы повторяем. Я сейчас на всех трех спицах провяжу этот ряд 73, и далее повторяем вот эти вот 4 ряда. Сейчас я перехожу. Вот этот ряд 3 раза, потом снова косу. Без косы и с косой. Я провязала еще, вот смотрите, раз, два, два рапорта. Это значит, что у нас здесь 82 ряд. То есть всего здесь 3 рапорта вот таких вот. Оно видно хорошо, вы не запутаетесь. Вот коса переплетения 1, 2, 3. Вот. И 82 ряд мы начинаем делать сокращение. Каким образом? 2 вместе изнаночной, 6 изнаночных, 12 лицевых, 6 изнаночных, 2 вместе изнаночной. Вяжем. Так, 2 вместе изнаночной, 6 изнаночных. Это мы уже довязываем макушку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе изнаночных. Ой, 12 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 6 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6. И 2 вместе изнаночной. И так повторяю 3 спицы еще. Итак, 83 и 84 ряды. 7 изнаночных, 12 лицевых, 7 изнаночных. Это мы вяжем так 2 ряда. Таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 12 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12 и 7 изнаночных. 3, 4, 5, 6. Таким образом довязывая круг до конца, и еще один. Итак, 85 ряд. 2 вместе изнаночные, 5 изнаночных, 12 петель косы по 6, 6 и 6, 5 изнаночных и 2 вместе изнаночные. Вяжем 2 вместе изнаночных, 5 изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 6 коса, первая шестерка,
вторая шестерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять изнаночных. Два, три, четыре, пять и две вместе изнаночные. Так, еще три работы. Далее 86 и 87 ряды, 6 изнаночных, 12 лицевых, 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12 и 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, два круга. Итак, 8. Итак, 88 ряд. 2 петли вместе. Изнаночная, 4 изнаночные, 12 лицевых, 4 изнаночные, 2 петли вместе, изнаночные. Вяжем 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные, 1, 3, 4, 12 лицевых, 12, 4 изнаночные. 2 вместе изнаночные. И так весь ряд, то есть еще 3 раппорта. Итак, 89 ряд, 5 изнаночные, 2 петли косы, 12 петель косы, 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Коса у нас. И 5 изнаночных. Так, до конца ряда еще 3 раппорта. Так, я провязала еще, девчонки, 90 ряд. Он у нас такой же, как и 89. Просто косы мы жгуты не делаем, а просто провязываем 12 лицевых. Вот. И сейчас я вяжу 91 ряд. Здесь у нас 2 вместе изнаночные, 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные. Так, вяжем. Две вместе, 3 изнаночных, 12 лицевых. 3 изнаночные, 2 вместе. И вот так вот я вяжу еще один ряд. И еще сразу же нарисую вам 92. Здесь будет просто 4 изнаночные, 12 лицевых, 4 изнаночные. Вот. Так, вот я провязала еще 92 ряд. 93 ряд у нас все то же самое, 4 изнаночные, вот только у нас подошло время косы, 12, коса, 4 изнаночные.
Так. Раз, два, три, четыре. Коса. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, и 4 изнаночные. Раз, три, четыре. И ряд до конца. Следующий ряд. Вот давайте я уже вот так вот, этот 94 ряду я делаю 2 изнаночные вместе, 1 изнаночная, 12 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночная, 95, так, и 96 по узору, 3 изнаночные, изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные. И встретимся на 97 ряду, потому что здесь вот просто здесь по 2 изнаночные, все остальное по узору, и еще 2 круга по узору. Так, вот я провязала вот эти 95-96 ряд. Теперь 97, 2 вместе изнаночные, 1 изнаночная, 12 петель коса, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночные, 98. И следующие 2 ряда мы вяжем просто по узору, как лежат петли. Это 2 изнаночные, 12 лицевых и 2 изнаночные. Я эти ряды уже показывать не буду. Сейчас вот этот вот, 2 вместе изнаночные, 1 изнаночная, коса. Две вместе изнаночные. Итак, еще 3 раппорта и 2 ряда по узору. Так, сотый ряд, девчонки. 2 вместе изнаночные, 12 лицевых, 2 вместе изнаночные. Вот мы уже подходим к финалу. Сейчас мы просто сейчас в несколько рядов доделаем вот эту макушку. 2 вместе изнаночные, 12 лицевых,
101 ряд. Одна изнаночная, две вместе лицевой, 8 лицевых, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная. Показываю. Сейчас я же говорю, сейчас мы в каждом ряду будем делать сокращение. Изнаночная. Здесь мы поворачиваем склоном влево, 2 вместе лицевой, 8 лицевых, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь с уклоном вправо 2 вместе и 1 изнаночная. Итак, есть ряд. Так, 102 ряд по узору, это значит 1 изнаночная, 10 лицевых, 1 изнаночная. 103 ряд у нас будет 1 изнаночная, 2 вместе, 6 лицевых, 2 вместе, лицевой и 1 изнаночная. Итак, 102 ряд по узору у нас идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 изнаночная. Так, 103 ряд. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 1 изнаночная. Четвертый ряд. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, 2 вместе, 1 изнаночная. И сразу же напишем 105 ряд. 1 изнаночная, 2 вместе. Здесь у нас промежуточных рядов не будет. 2 лицевые, 2 вместе. Итак, 104 ряд. Здесь у нас уже без промежутков. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево. 2 лицевые. Нет, 4 здесь. Ошибочка. 2 вместе с уклоном вправо, 1 изнаночная. Изнаночная. Снова сокращение. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном вправо и 1 изнаночная. Вот на макушке у нас лепестки сходятся.
И последний, 106 ряд. 106 ряд, 1 изнаночная, 2 вместе, 2 вместе, 1 изнаночная. Так, 1 изнаночная, 2 вместе, 2 вместе. Вот так вот у нас получается 1 изнаночная, 4 петли у нас на спицах остается, которые мы стянем иглу. Теперь я беру иглу так, переснимаю на иглу все вот эти вот 16 петель. Так, вот здесь вот, девчонки, осторожно, мы оставляем вот это глазик такой для завязывания. Вот, то есть не вытягиваем нить до конца, вот так вот я оставляю. Так, есть. Теперь я это поворачиваю, переношу на изнаночную сторону это все. И здесь завязываю узел. Еще можно подтянуть. Ну, тут, в принципе, это и без разницы. И стягиваем. Есть, теперь еще вот эту вот внизу ниточку мы сейчас проверим. Так, я вот, смотрите, у меня начинается с лицевой петли, я подцепляю за следующую лицевую вот так вот. И увожу на вот эту вот, она будет изнаночная сторона, то есть с изнанки. То есть, по сути, с лицевой стороны, но оно отогнется и будет с изнанки. Вот так вот я скажу. Все. Теперь я постираю, разложу, оставлю высушить эту шапку. Вот. А вот она у меня. Красавица. Bye.
Oh.